Вот, идем. Вот тяжелее, чем в пати, ну тут, да, абсолютно. Гораздо тяжелее. Тебя как бы 8 мест, а не 4. Занимает 4 место в 2 на 2 даже как-то не так обидно, как когда занимаешь 8 в Солянова. Можно ли игры на стрим заказывать? Можно, 7,5к на пару часов стрима, но на ближайшей неделе у нас Elden Ring. Когда пройдем Elden Ring, у нас еще есть заказы какие-то. Еще не озвучил их парочка, вот. Светолога, ну и плюс недопройденный Library of Ruin. Вот, а так, да, у меня можно игру заказать. Заметил, что есть некоторые скрытые режимы игры, когда, например, всем сыпят практически только чемпов с капсул. Все три аугментации платиновые, например, возможно, поэтому этот сет такой разнообразный. Возможно. Бля, Дикс еле выиграл. Что ж, завтра... Ну, я надеюсь. Рикс, я не знаю. Бренд. Че у тебя, мутанты? Шанс на дополнительную атаку. Также 40 сил атаки получают, да? Прикольно. Герб наемника, эмблема наемника и 3 золота. Да. И мне насрать, что у всех остальных. Потому что я наемник. Вопрос только, что с этим что я с этим буду делать, да? В принципе, кстати, Сёдзин может неплохо в МФ-ку кинуть. Начнем еще раз. Ильфник куда-нибудь, блин. Зикс такой. Хоба, привет, я хочу в триплет. Я не взял Джарванов. Может, не левелапаться? В вуз поиграть. Я же наемник. Играем в экономику. Чел тоже не вылапался, но я вряд ли выиграю. Серебряного Касадина и преступника Векс. Что там у всех? Гербы преступника, арена солнечного пламени, медитация, зорные воришки, бесплатных йордлов из портала и шанс появиться с компонентом предмета. Ясно. Это безумие, да? Так, а в кого я выхожу из наемников? Дуплеты, да. Шибалы, мутанты. Сидим, пердим, лузаем, Квину, Гангпланка ищем, да, в 5 наемников. И в топ-8. А потом альтов 4 и идем отдыхать.
Потому что в 2 на 2 я бы наемников реализовал таких сразу же с гербом, а так. Сущик чародей. Где точка? О, май. Ну это можно забрать. Баланс. Лучше с Вейна вместо ВВ поставь. Может быть. А хоть Кейтлин. Здесь я хочу все-таки финик для... для ГП собрать, да? Поэтому... Старался, я старался. О, последнее место, классно. Каплю заберу себе. Синий баф и мэвки выдать. Финик сюда пока. Балаграмила. А, он на... Ну, ясно. Оп. По идее, сундук не потерялся. Он, типа, вроде как. Да, я так сделал, да? Давай, сразу ультуй. Не становись сильнее. Да не, уже по чуть-чуть можно, мне кажется. Я бы даже сейчас хотел выиграть и продать все, кроме... Ой, ну куда здесь выигрывать? Эль горит! Сколько? 5 монет. 7. У меня есть приказ. Ну и мавка нормально так дамажит. Блин, я это могу выиграть. Не, не знаю. Нет, вряд ли. ХМФ-ка стреляет в двух миликов. Их здесь век станчит жестко, да? В-третьих, серебряный игнар. Угу. Типа это тупое слово. Не особо. Экономика. Я вообще выиграю. Наверное, с МФ-кой синим бафом-то выиграю, да? Камней. Если не выиграю, можно ли это в 4 жать? Сейчас краги мне наваляют. Не, не наваляют. Триндамир, ну, может чародеев закрыть, кстати. А, да. Эмблема механического наемника-тусовщика. Наемника. Найди для меня путь. 5 наемников. Мне полагается немного пошалить.
Осталось два. Сколько денег? 6-8. Проблема в том, что даже если я закашиню один сундук, я не умею резко перестраиваться в какие-то другие билды. Посмотрим, конечно. Черт его знает, что там будет. Похоже на игру в YouTube? Да нет, топ-8. Кенчи собирай, ага. Иловой, ничего себе. Иловой. Ну, я не знаю, тебе хотя бы Magic Res выдадим. Випов бы закрыть теперь. Да. Компромисс. Впервые слышу. Ей бы синий баф сейчас. Мимо того, чтобы сделать ее випом. Может, выиграем? Не, мэвки не хватает бронзовой. В этом усилиться. Ну, випов закрыть. Нужна Леона сейчас. Наемник Леона, да? Сундук очень толстый. А, сердце тусовщика, да? Неплохо. О, привет. Тековый ученый. Ну... Интересно. Серебро здесь не все просто впрямую умеют сборки собирать, так что даже в плюсе, так у тебя есть мы. Правильная игра, наверное, уже заканчивается, скорее всего, по Ниро Хелмар. Последняя катка, причем топ-8, наверное. Ну, сейчас синдру притянут и до свидания. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все ее идут дамажить. Угу. Ладно, у меня еще и МФ-ка есть. Че, может, ГП начнет тащить монетку, дай. Да. Блин, неужели я это выиграю? МФ-ка, живи. Не, не выиграю. Не, никак. Жаль. Очень жаль. Как жаль. Синий в Ренату. Ну, мне тогда МФ придется продать. Ну, можно, можно. И поставить... А, подожди, в Ренату. Я думаю, в VIP галантную эту. Лопатка. Нужна лопатка? Ну, конечно же, нужна. Или Северус с мечом. Кому не нужна лопатка? Эмблема мутанта. Смотри, статы сундука, ну, 7 из 12, я не знаю, как его смотреть-то. Сохранится вся накопленная вами добыча. Предлагаете продать МФ-ку, дать ей синий плюс. Пришло время поразвлечься. Найди для меня путь. Хочешь меня убить? Вставай в очередь. Можем попробовать.
Блин, мутанты, нет, мутанты я пока... На мутантов я пока не готов. Мне очень нравится идея с галантной Синдрой, если получится. Мутант вышибала, да? Компромисс. Впервые слышу. Всегда еще какая-нибудь Морелла нужен для урона. Фак. Я знаю, что VIP не работает без бафа галантных. Я знаю. Нужен левел. Леона. И выставить кого-то из этих галантных. Технический снайпер. Все, после волков я по-любому иду в левел и пытаюсь кашиниться. Если не получится, то это ГГВП. Ну, полетела обилка, но еще 15 скорости атаки, получают 45 магического урона в секунду, и че? Да, без Мореллы абсолютно useless. Кто вам советовал вот это вот? Не нужно. Притащи вообще никакие, причем не идут. Абсолютно. Все найдешь нафиг. А, да? Рили? Смакуй мучение. Посох Архангела, давай сюда. Убийца великанов. Давай пока сюда. И я не знаю, что я поставил и зачем. Попрыгаем. Не дособрал это. Оставь 7 наемников. Ну, я могу, но... But why? Мне бы выиграть хоть как-то. Издеваетесь? 7 наемников. О, боже мой. Не знаю, ты... Отвратительно, просто отвратительно. Гличтом, приветствую всех. Здрасте. Я верну все, что было моим. Идите на мой голос. Это смерть. Мы это не выиграем никак. Здорово, здорово, заспамили чат. Я, правда, собираюсь заканчивать уже. Джинкса могла бы затащить. Текстек бы затащил в Ренату. Может быть. Серебряный Зак, кстати, сейчас может нам одну партейку выиграть. В теории. Ня, не похоже. Или... Ня, ня, не выиграет. Жесть. Или... Или... Ну... Поехали. Приколимся. А места-то не было уже. Ну, собралась Вая одна. И все. Оно все как-то мгновенно закашинилось, и получил я ничего. Нету места для юнитов.
Прыгаем. Для итемов вернее. Это что такое? Шулерские кости. В нем появляется чемпион. О, я пытался. Не получилось. Термайл, допустим. Попиться. Тебе. Is that okay? Еще перчатки воровские. Фу. Кое-как. Кое-что. Ну, надо кинча сейчас, да. Давай треснем как следует. Не знаю, зачем я джинкс продал. Ну, скапля. У меня вообще есть. Есть лук. Оку возьму. Мешок с добычей. Окей. Щит от религии. Ну, мне бы сейчас кинча как минимум собрать, да? Кого-то нужно убить. 7 наемников можно, конечно, поставить теперь, да? Моя месть будет пропитана кровью. Семь наемников надо? Нет, не надо. Перчатки, перчатки, куда угодно. Че у меня все еще итемовая Рената? Бронзовая. Квины нету. А, ну да, уже не могу поставить. Здрасте, спасибо за монеты. В кровавых доках. Кости в дрейве надо. Почему дрейвен? Ну, уже поздно. Я могу ника в дрейвена выдать, кстати. Мне бы галантного третьего еще закрыть как-то, да? Вместо Зака. Боевой маг в начале, в первых двух рядах. 4 случайных чемпиона третьего ранга. Сила третьих уровней бойцов. Ну и отстой. А вот это вот, пофиг. Полезь на быка, получишь врага. Мэвку вообще не собираю. Я верну все, что Силка. Было моим. Чел такой, что это? I don't fucking know. Not a single fucking idea. Хоть как-то, хоть что-то соберу. Допустим. Надо от Зака отказаться. Можно силку поставить. Но для кого? Рейвен быстрее вилку жал. Надо от Синдры отказаться. Чтобы галантный... А, ну Дрейвен уже галантным не придет. Я сейчас тащу просто за счет того, что у меня много итемов. Поменять Ренату на третьего галантного. Вариант, кстати. Ну, точно не на Бренда, да? О, Квина вернулась. Еще воровские перчатки. Разум покоен, тело в лесу. Надо 7 наемников. Я боюсь, что если я поставлю 7 наемников, я просто проиграю. Резко. Перчатки сыпят. Прикольно. Продавай Ренату и Синдру. Галантных. Не, Синдра пускай играет пока что.
наемник, ну ты, допустим, да. Полезь на быка, получишь врага. Пусть попробует меня отравить. Чатки-то некому выдать уже. Я не знаю. Я не умею так быстро адаптироваться в ТФТМ. Бебоп 9, да, я согласен. Мне нужен кенч левельный. Делать, как я, не выйдет ни у кого. Чё тут? Понятно. Поставь 7 наемников и в 9. Ну вот куда я сейчас поставлю 7 наемников? Скажи мне. Зака продам. Дам наемника никуда. 4 громилы, кстати. Я сейчас отдам посох архангела в лаой, лол. Ну и там, броня. О, броня, о! 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 Лаой, кажется, главным этим будет сейчас. Уже не топ-8, ну да. Ну все тупые темы, жесть. Можно архангела выдать сюда. Ну, приколимся. Ну куда-то воткнуть для задир. Полезь на быка, получишь врага. Допустим. Что это за итемы Синдра? Что это за итемы? Стань поближе, что ли? Ну, одного наёбника теперь закрыть неплохо было бы, но, опять же, не через кого. Вместо МФ-ки какого-то юнита поставить. Ааа! Не смей! Просто чел, просто не смей. Ну неужели... Ну да, 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 ты должна выиграть, вай! Ёпт. Синдру уже продать. Другого галантного какого-то поставить. Это что, это ученые, это тусовщики. Мутанты. Сучков, видимо, забрали. Ну, давай ученые заберу. Бля, мне ученые не нужны. Бладсёрстер мог бы, наверное, разрешать. Я могу поменять вай, передать в нее наемника, поставить МФ-ку. Тогда в ней итемов не будет, она будет слабая. Это вай очень сильно выглядит. Поставить вместо квины МФ с перчаткой. Явно серебряная МФ сильнее будет. Не, ну кидается Синдра неплохо, она же как бы контроль. Главное ДПС. Окей. Кенч не идет что-то, кстати. А, ну кстати, квина сейчас соберется в серебряную. Да. Да что произошло? Он просто взорвался. Сотри
лица земли. Лучшая защита — это... Пришло время поразвлечься. И он хотя бы собралась. Пришло время поразвлечься. Я защищу тебя. На твой мучение. Беру деньги и ухожу. Беру деньги и ухожу. Все-таки выбраться... Да уже поздно всем наемников. Ну нахера мне эти награды с 7 наемников? Ну правда. Девай собираем, ну естественно. МФ. Я не знаю, еще и Дрейвен вроде как еще дамажит в скоро темами, тоже нормальный такой. Причем без бафов, ну ладно, задиры баф есть. Че творю? Че происходит просто? Зерри, кстати, есть. Есть время еще подумать. Зерри вместо Синдры. Да не, ну у меня VIP Синдра, она просто станет. Вот это самое хорошее. Там нет этих блицей? Блин. For fuck's sake, серьезно? Ну все, я разозлилась. Пришло время поразвлечься. Ну погнали. Зерри лучше было вместо Леона, я уже Синдру продал. Она, конечно, контролила очень хорошо карту, но... Зерри смотрел на иконом. Можно мне последнего кинча, пожалуйста? О, VIP Леона. Я защищу тебя. А ведь можно. Не, ну если это топ-1, это, конечно, реально хайлайт. Несмотря на то, как убого я все это собрал, так и не вышел в 7 наемников, потому что испугался. Просто что? Идиоты не знают чувства меры. Крит перчатка. Этот Зак бесполезный, еще и мутант. Быстро бегу и быстро стреляю. На тебе крит перчатку. Ну здесь серебряная джинкс, кстати. И у него тоже много итемов. Но не так много, как у меня. МФ, кстати, нормально такой урон писала.
Да. Три воровских перчатки и серебряные юниты, конечно, да. Ну, хоть один кор Дрейвен какое-то время тащил там, да. Можно было в Квину, да, на 7 наемников передать. Какая жесть. Причем я не знаю, зачем мне сейчас нужно было 3 галантных, потому что уже випа не было. Из грязи в князи, да. Да, из грязи в князи, это точно. Ну, я не ожидал, конечно, очень. Я все-таки смог кое-как адаптироваться к миллиону предметов, которые мне прилетели. Ладно, давайте.